Здравствуйте, я Ксения Казинюк, и в этом обзоре расскажу вам о Galaxy Note 8.0. Девайс имеет типичный для устройств Samsung и поэтому легко узнаваемый дизайн. Корпус новинки такой же, как и у Galaxy Note 2, только изрядно увеличенный в размере. Над экраном находятся датчики освещенности и приближения, разговорный динамик и фронтальная камера, а внизу сенсорные кнопки меню и назад, а также аппаратная клавиша «Домой». На правой боковой грани находится качелька регулировки громкости, микрофон, инфракрасный порт и клавиша включения блокировки, а внизу в специальном отверстии прячется стилус S Pen. На противоположной стороне расположены слоты для сим-карты и карты microSD. В верхней части устройства размещено отверстие для гарнитуры, а внизу два динамика, порт microUSB и отверстие микрофона. Задняя панель выполнена из гладкого глянцевого пластика белого цвета с мелким узором. На ней находится объектив камеры. Galaxy Note 8.0 оснащен 8-дюймовой TFT-матрицей с разрешением 1280 на 800 пикселей. Экран отличается яркой и насыщенной цветопередачей, а кроме этого имеет достаточно высокий уровень чувствительности. Если вы рисуете при помощи стилуса S Pen, дисплей создает линии в зависимости от силы нажатия. Планшет хорошо собран и практически не скрипит. Аппаратные кнопки отличаются мягким ходом, но при этом исключают случайное нажатие. Экранная клавиатура идеально подходит для набора текста двумя руками. Звук у Galaxy Note 8.0 достаточно громкий и чистый, особенно радует звук в наушниках. Вас ожидает гармоничное сочетание частот и умеренные басы. Samsung Galaxy Note 8.0 работает под управлением операционной системы Google Android 4.1.2 с оболочкой TouchWiz. Встречает пользователя экран блокировки с иконками 5 наиболее востребованных приложений. На панели уведомлений есть не только стандартные пиктограммы, но и значки режим чтения и несколько окон – функция, позволяющая одновременно работать с несколькими приложениями. Список предустановленных программ следующий. Samsung Link, A-Note HD, Big Lion, ChatOn, Group Play, Pepe Artist, S-Planner, S-Voice, Smart Remote, U-Bank. Стоит отдельно сказать о приложении C-Note, которое поможет создать заметку. Программа активируется после того, как вы достанете S Pen из гнезда. Стоит упомянуть о том, что на стилусе есть специальная кнопка для выделения необходимого текста и добавления его в заметки. На таблетке установлено несколько игр. Bejeweled 2, Conflicts Robot, Cut the Rope, Guns and Glory. Также присутствует Game Hub, открывающий доступ к самым популярным играм, которые можно скачать в маркете Samsung Apps. Таблетка работает на базе 4-ядерного процессора Exynos 4412 с тактовой частотой 1,6 ГГц. У него 2 ГБ оперативки, а для хранения контента выделено 16 или 32 ГБ с возможностью расширения при помощи карты памяти microSD. Планшет оснащен двумя камерами – 5-мегапиксельной основной и 1,3-мегапиксельной фронтальной. Первая делает снимки хорошего качества. Изображение получается четким, насыщенным и с реалистичной цветопередачей. Планшет может снимать видео с максимальным разрешением 1280 на 720 пикселей. Беспроводные интерфейсы представлены модулями Wi-Fi, Bluetooth, HGPS, SGPS, 3G, DLNA, а также поддержкой фирменных служб Samsung, отвечающих за передачу данных KIS и KIS Air. Инфракрасный порт поможет превратить устройство в пульт дистанционного управления. Проводные интерфейсы – это гнездо для наушников 3,5 мм и порт microUSB, который поддерживает стандарт MHL. При очень активном использовании просмотр видео в формате Full HD планшет продержится без подзарядки около 9 часов. В щадящем режиме, с включенным модулем Wi-Fi, веб-серфинге и работе с приложениями, гаджет выстоит более суток. Samsung Galaxy Note 8.0 – это беспроигрышный вариант. У него практически нет слабых мест, а при помощи штатного стилуса вы можете создавать маленькие творческие шедевры.